Всем привет, дорогие друзья, с вами Промикс, и сегодня у нас квалификация в Сильверстоуне. Ты нормален? Я сам так думал в Канаде, но мне не получилось нифига. Ты думаешь, у меня в Сильверстоуне получится, раз я 19 место занял? Конечно. Господи. Так, ну возьмем сейчас объединенные, погоним. Быстрый круг. Там уже два болида выехали. Может быть, третий сейчас выйдет. Нет. Мы сразу за ними, похоже. Оу, болид как-то устойчивее смотрится. Ну, я погонял, наверное, с изношенными жесткими шинами. Это, наверное, что-то с чем-то. Нет, только не в траву. Блин, потерял я время. Потерял Апекс. Здесь надо за ним смотреть, потому что могут обогнать как раз таки по внутреннему радиусу. Hot lap. Да, что-то я еду вообще не в каком темпе. Там два катерхэма, что ли, едут? Первым едет по-любому Пик. Если это два Катерхэма, а вот и Маруся, кстати, выехала. Так, я скорости тут очень много потерял. Виражи! Да что такое, почему я тут Апекс теряю? Надо раньше, что ли, заходить в поворот сюда. Да уж, ну и время. Поздравьте меня, я последний. Что еще можно сказать? Пик даже проехал. Ну да, два Катерхэма. Как я и угадал. Даже хуже, чем квалификация. Как так? Или так же, как в квалификации? Хуже. На 1/10 хуже. Уильямс. В принципе, мне не помешало. Вот Катерхэм. Ну, вон Ригардок молодец. Да что ты делаешь-то, а? Ужас. Кто вас пускает вообще в Формулу-1 таких? Охренеть. Ехал себе спокойно и тут на, подрезает. Ну и скажите мне, как тут выходить из этого поворота, а? Сутиль. Бьянки, я проигрываю, а мне надо выигрывать его обязательно. Да. Ну, да. Шикарно. Ух ты! Еще так вот бывает. Это было на грани. Ай, да. 37,9 наше время. Я не хочу, чтобы меня Блинки обогнал. Посидим, посмотрим. Блин. Вот он, сволочь, а. Обогнал таки. Значит, нам придется выезжать. Значит, нам придется выезжать. А как нам выезжать-то? Ой,
Я ж только два круга проехал. Офигеть. Офигеть, и как они так быстро-то изнашиваются? Пирелли. Да, на этих все сказано. Я последний, черт. Я-то думал, все отлично. Фиг там был. Лучше, вроде как. Ну, да, лучше, вроде как. За счет этого выхода у меня все потрясно. Да, должно быть. Теперь надо третий сектор не сгубить. Да, отлично! Фух. 36. Замечательно. Где Бьянки? Черт возьми. Где Бьянки? В боксах, в боксах, в боксах! Они в боксах сидят! Замечательно. Но нам надо подождать тогда его. Если он выйдет, нам его надо задержать. Блин, как же нам его пропустить-то? Едь давай. Так, все, обедем. Просто смотрим, где он сейчас. Я даже не пытаюсь сейчас лучшее время показать. Для меня это шикарное время. Поверьте мне. Нет, Бьянки я не вижу до сих пор. По идее, если я так еду, то он меня должен догнать. Давайте помедленнее будем ехать, пропускать. Вильямс. Почему-то мне кажется, это Мальдонадо. Где он там? На трассе, все, ждем их. Ой, Заубер, молодец. Вот Бьянки едет. Сейчас он хочет показать хорошее время. Где он? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-о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 й. Стой, гаденыш! Блин, а у него лучшее время. Или у него это прогревочный? Прогревочный, похоже.
Еще и Гутьеррес сзади. Стой! Блин. Он же успеет показать лучшее время. Черт, ну вот он дает, а. Черт, у него лучшее время. Фак, ну все. Вот че такие, блин, я не понимаю, как. Почему они выезжают прямо за. До конца. Да все, у него лучшее время, чем у меня. Да как так, блин? Нет, ребята. Нет. Нет! Но он успел стартовать. Он успел стартовать. Новый круг. Он успел. Успел. Это значит, что... Вот что. Он меня не обошел. И это замечательно. Он отстал на 8 десятых. Это по-любому был его... Тот последний круг. Хотя я не знаю, не знаю. А, ну что ж. А... Все на этом. Мы обогнали Бьянки в квалификации. Уже задача выполнена. Это здорово. Ну что ж, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Промикс. До скорых встреч.